Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение российских артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина покинуть Россию. Звездная семья уехала в Израиль весной 2022 года после того, как Россия объявила военную спецоперацию на территории Украины, пишет КП. Максим Галкин неоднократно негативно высказывался в адрес российских военных и тех, кто их поддерживает. Не молчала и Алла Пугачева. Она назвала россиян рабами, так как они не выступили против решения властей. И хотя артисты уже более года живут за границей, в России продолжают активно обсуждать их действия и слова. В числе тех, кто следит за семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, оказался и продюсер Иосиф Пригожин. Он прокомментировал их решение не поддерживать военную спецоперацию. Алла Пугачева и многие другие, уехавшие из страны, являются символом эпохи. Ни одно поколение на ней выросло. Значит, ей не так дороги были отношения со зрителями, со страной. «Это наша родина, это наше место, здесь многие получили признание», — сказал Пригожин. Удивился он и касательно того, что Максим Галкин, будучи сыном военного, не поддержал спецоперацию на территории Украины. Но Пригожин добавил, что не знает всех обстоятельств, которые подтолкнули Галкина к таким действиям.